Всем привет, с вами Стыд, и не забывайте подписываться на канал. Кадыров. За инцидентом на границе с Дагестаном стоят отдельные личности. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за инцидентом с дорожным знаком на выезде из дагестанского Кизляра стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана. Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель «Чеченская республика, Шелковский район». Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал отнестись с пониманием к реакции жителей, которые восприняли это как наступление на территориальные интересы. Он добавил, что вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего Северо-Кавказского федерального округа в целом. «У нас закон России. Мы обязаны поставить информационные знаки, и мы поставили у себя на территории. Там не было никогда знаков, никто не замечал, не придавал значения. Мы братские регионы. Со стороны Дагестана 8 постов, со стороны Чечни 2 поста. 11 июля мы были специально использованы молодые люди, чтобы поднять шум. Шум подняло не дагестанское общество, не руководство Дагестана. Это отдельные несколько человек подняли шум, и вокруг них собрались. На них мы внимания не обращаем, нарушат правила на нашей территории, мы ответим», — заявил Кадыров в интервью азербайджанскому телеканалу Реал ТВ. В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля спикер парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить.